Веское слово администрации требуется и в вопросе обеспечения безопасности на водоеме парогазовой станции. В праздничные дни один из жителей города уже открыл там купальный сезон. Причем появился он на водоеме с лодкой, катание на которой едва не привело к трагедии. Немножко в нетрезвом виде он был. Видимо, решил испытать свою лодку. Там в результате перевернулся, ветер был сильный. Ну, хорошо, еще доплыл сам до берега, там и лодку потом прибило к берегу. Сергей Черкасов отметил, что запрещающие знаки горожане игнорируют, несмотря на то, что купаться, а тем более использовать маломерные суда в водоеме на самом деле опасно. Работа насоса вызывает непредсказуемые течения. Один из вариантов частичного решения проблемы – это отбойники вдоль дорог, которые уже зарекомендовали себя в районе аэропорта. Этот вопрос тоже в ближайшее время рассмотрят местные власти.